Приветствую вас, уважаемые друзья, гости и подписчики моего канала. Продолжаю дальше сборочку броневика B17E2. Сделал смывку, дал ей подсохнуть. Ну, теперь хочу полакировать ее полуматовым лаком. Лак буду использовать Tamiya, полуматовый. Вот для чего я буду лакировать, для того, чтобы потом по этому лаку сделать масляные точки. Дам просохнуть лаку и буду делать масляные точки, что тоже покажу. Развел лак и начинаю лакировку. Лак обычно я развожу в пропорции одна часть лака на полторы или на две части растворителя. То есть сначала развожу один к полтора, смотрю, если лак густоват, то еще добавляю растворителя. И аккуратно начинаю лакировку. Для чего глянцевый лак я покрываю полуматовым, я уже сказал, чтобы делать масляные точки. Почему не делаю масляные точки на глянцевом лаке? Просто потому, что они на глянцевом лаке не будут держаться и сразу же смоются white spirit'ом. Вот. А как бы у полуматового лака уже немножко другие свойства, и масляные точки так не смоются, как на глянце. Закончил лакировать. На свету все равно кажется, что он глянцевый, но на самом деле уже глянец не такой, как был до этого. Просто при освещении лампы все-таки отражается и кажется, что поверхность глянцевая. Ну, даем лаку просохнуть не менее 3 часов. И будем делать масляные точки. Масляные точки буду делать масляной краской Sonnet. Но буду делать их не сильно много. И, наверное, только пару цветов.
Вот так вот получился. Вот. Сейчас возьмем White Spirit, толстую кисть, и будем растушевывать.
Ну вот, друзья, закончил с масляными точками. Теперь дадим масляной краской подсохнуть. Посмотрим, что получится, и будем задувать матовым лаком. На этом буду заканчивать, потому что дам просохнуть, наверное, около суток. Кому интересно, следите за выходом следующей части. Спасибо вам, друзья, за просмотры, за комментарии. Всех благ вам и вашим близким.